вами Элина и Алена, и мы только что вошли в Лион и приглашаем вас вместе с нами прогуляться по его улицам. Оставайтесь с нами! Лион расположен на севере Испании. Все дороги Камино, абсолютно все, обязательно идут через него. Когда-то это была столица королевства. Город очень древний. Он был основан в 29 году до нашей эры. Сначала это был лагерь 6-го римского легиона. Потом он приходил в упадок, расцветал, дорастал до столицы, потом его завоевывали мусульмане, потом он снова приходил в упадок, ну и, наконец, занял вот то положение, которое сейчас исторического города и центра нашего паломничества. Путеводители пишут, что в городе отмечается средиземноморский мягкий климат, но не сейчас. Сегодня в городе 3 градуса. Мы, между прочим, в летней одежде. Город известен своей центральной площадью, это мы с нее вам кричали «Привет!», множеством архитектурных сооружений, большинство из них это, конечно же, церкви и соборы.